Назову-ка я ее Буратино. Это имя принесет мне счастье. Что это за сказка, понятно? Буратино. Правильно. А как о праве мы здесь говорим? О праве имени. Кто сказал? О праве на? Имя. Правильно. Свои права, как выяснилось, ребята лесногородской школы знают на отлично. В игровой форме сотрудники правоохранительных органов провели с пятиклассниками инструктаж. Мы провели день правового информирования. Рассказали деткам о правилах безопасности в быту, в общественных местах, в преддверии новогодних праздников, Рождества Христова. А также провели небольшую игру-викторину, где рассказали им о их правах и их обязанностях. Приближаются каникулы и новогодние праздники. Повторить правила поведения на дороге сейчас самое время. А вот как безопасно использовать бенгальские огни, хлопушки и фейерверки, полезно знать не только детям, но и взрослым, считают сотрудники полиции. Зачастую малыши оказываются гораздо более ответственными во многих вопросах. Если кто-то в дверь звонит, надо сначала в глазок посмотреть. Или если человек слишком сильно боится, то можно в полицию позвонить. Ребята не только с интересом слушали, выполняли задания, но и сами задавали отнюдь не детские вопросы. Я спросил, почему машина паркуется на тротуарах. Я знал то, что это тоже преследуется законом. И эвакуатор вывозит машин, которые не паркуются в неположенном месте. Ребята получили памятки с основной информацией. Такие мероприятия здесь будут проводиться регулярно. А эти школьники готовы к новогодним праздникам и каникулам на 100%. Что касаемо нашего сотрудничества плотного с полицией, то мы очень рады и хотим поблагодарить за такое чуткое отношение к нашей школе и к нашим ученикам. Также в преддверии праздников хочется всех поздравить с наступающим Новым годом. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».